ребята, мы решили сегодня сделать тур по городам. Скорее всего, посмотрим, что с этого получится, но может вы это все увидите. Ребятуля, просто посмотрите, как много людей. Это еще не все, было больше. На косметику, на разные. Вот это тоже прикольно. И вот это. Ребята, вот вам цены, пожалуйста, на моющие средства. Вон, есть еще дешевле, 240 центов. И вот для посудомойки. Итак, ребята, мы были в Россмане, мы закупились на 19,74, плюс у меня был скидон 10%, того мы заплатили 17,77. И, в общем, что мы купили? Мы купили мне краску для волос, точнее, это как будет тонировать, но эта марка идет сама от Россмана, я никогда такое не покупала. Обычно я покупаю краску, я вам ставлю какую, она стоит где-то приблизительно 5 евро, в этот раз я решила купить вот эту, и потом я купила такую расческу. Затем я купила вот такой вот шампунь. Тоже первый раз такой пробую. Я вам ставлю обычно, какой я покупаю. Он тоже очень крутой. Этот в Болгарии сделали. Так. Затем были скидоны. И мы купили вот такой ополаскиватель 1. И вот такой ополаскиватель 2. Один стоил евро. Так что мы сэкономили на них 2 евро. Затем мы купили для посудомоечной машинки вот такую штуку, чтобы она нам почистила там все. Потом мы решили попробовать вот такой бустер. Прикольный, тоже стоил всего лишь евро 99. Состав, конечно, такой себе, но мы попробуем. Просто решили попробовать. Евро 99 это недорого. Потом мы купили вот такую зубную пасту, здесь их любят. Потом я для себя купила помаду. Я вам потом скажу, как мне понравилось или нет. Затем вот такая зубная щетка для мужа. Потому что я пользуюсь электронной, электрической. И вот такой вот чаек, чтобы лучше спать и нервишки свои успокаивать. Итого, это со скидкой 10% обошлось нам всего лишь в 17 евро 77 центов. Ребят, посмотрите, какая просто красота. Выглядит просто идеально. Итак, ребятули, смотрим, как получать денежки. Берете, запихиваете туда бутылочку. И вон вам считается денежка. Туда можно и стеклянные бутылки тоже, и всякие разные. Так-так, так-так. Итого за пару бутылок мы получили здесь евро 75 и плюс 25 центов. Красота!